большой герой, пример для всех. Да, тебе сразу памятную майку. Возьми руку. Давай, с автографом. Пришел, мне вручили такой презент в пакете, там еще календарь, насколько я знаю. И вот провели в раздевалку, там вот со всеми поболтали, поздоровались, познакомились. Просто вот с капитаном разговаривали, он там спрашивал про меня, там про жизнь, про школу. Вот. Да все понравились, очень такие душевные, добрые. Все, вам все очень понравилось, так-то запомнится очень надолго, думаю. Большое спасибо болельщикам, да, которые при минус 20 продолжали в нас верить, гнать нас вперед. Тяжелое поражение в плане психологии, да, вроде бы игра твоя, но продолжаю верить в тренеров, в своих партнеров по команде, в болельщиков. Bad first quarter when Zenit played great basketball. We didn't exist on the floor, but then we returned into the game slowly, gradually. Every quarter after this, we were better and better. At the end, we had the chance to win, but we didn't use this chance, and we lost it narrowly, one difference. Just unfortunate that we lost that game. You know, the fans got into it, and it started to be fun. You know, it was exciting, but you know, we just came up short. And Monday, that's all we could talk about right now is Monday. Got another tough opponent. Got to get ready for that. So, like I say, got to put this one behind us. Got to move on. Осталось 3 матча регулярного чемпионата, и потом начинается плей-офф. Как мы помним, прошлый сезон, да, регулярка ничего не значит, все самое интересное будет там. Поэтому призываю всех болельщиков приходить на наши матчи, нам нужна их поддержка. Они видели, что сегодня они своими эмоциями смогли заставить нас, помочь нам вернуться в игру.
За это им большое спасибо и низкий поклон от лица команды. Парней, в тренера, в болельщиков, в клуб. Так что вместе до конца. Мы победим! Мы победим!